Привет, друзья! Сегодня 14 сентября, время утро, часов 10 утра примерно. И утро для нас началось не совсем с кофе. А началось оно с того, что увидели вот это вот сообщение. Дальше нам прислали вот такой скрин, зашли в официальный телеграм-канал Титаника, и действительно в официальном канале Титаника было написано, что есть такая сложность. И, к слову говоря, Мироха, и мы здесь в Челябинске, в Турцию мы едем буквально через считанные дни, мы еще не уехали, не теряйте нас, стрим будет в эту субботу, в 16:00 по Москве начнем, пораньше. В общем, что хочется сказать по поводу карт МИР в Турции. Действительно, в отелях есть такое, и в Альвадоне такое уведомление. Это не радует, и не хотелось бы именно вот сейчас, в момент таких изменений, оказаться в Турции. Но сегодня же у друзей спросили, и они уже ответили, что в торговых центрах они оплачивали картами МИР. Какого вида ограничения мы не знаем, и это еще хуже, что ты конкретно ничего не знаешь, но повода грустить нет. Как минимум у нас, как вы знаете, в этом выпуске мы рассказали, как получили аж 3 карты казахских банках. В этом выпуске мы рассказали, как получить EIN для того, чтобы получить карту в казахских банках. В общем, посмотрите и делайте в себе карты, чтобы подстраховаться и... О, Манька в окно. Чтобы подстраховаться и не впадать в какие-то ситуации. Манька в окно. Здрасте. Видео с окошка. Есть всякая информация, в том числе и то, что вчера люди ходили по ТЦ, и у них все принимало. Это в чате турагентства пишут. А еще сейчас наши, ну, друзья, Оля, которая турагент тоже, спросила своих туристов, которые в Легенде живут. Вчера они там были. Мы сегодня были в лету в Лэнджинс. Везде принимали карту МИР. Таблички стоят витринами, что карты МИР мы принимаем. В магазинах 6 оплачивали, нигде не отказали. Банки Сбербанк и Россельхозбанк. Возможно, просто какой-то банк начал вводить что-то, какие-то ограничения в этих двух отелях, в Альвадоне и в Титанике, как раз таки находится терминал этих банков. Но мы будем следить за ситуацией. Я спросила еще другие отели, принимают ли они карты МИР у менеджеров. Если что-то еще узнаем, подпишем либо комментарий, либо добавим видео. Да, загляните, если будет какая-то важная информация, мы в закрепленном комментарии оставим. И, конечно, обзаведитесь или белорусской, или казахской. Ну вот мы в Челябинске, нам проще казахской. Да и вообще, как бы странно белорусской картой обзаводиться. Делают турецкие карты, но в отличие от казахских, там есть и большой депозит. И, ну, условия разные. В общем, снимать, не снимать эти депозиты. И ты кладешь депозит на турецкую карту в долларах, а потом выводишь в лирах по курсу по текущему меньше. Об этом многие банки не говорят, но это такой подвох. В Казахстане карты без депозита и есть еще бесплатные. Ну, мы с собой возьмем все наши карты, и МИР, и казахский, когда поедем скоро в путешествие. А мы скоро едем. Да, и будет у нас порядка 7 отелей, да? Да, и опять будет куча видео, где снимать, как снимать, как разблачиваться, так что мы вас ждем. Совсем-совсем скоро мы летим. Да, ребята, в этот раз запало много. И отдохнули соскучились, хорошо, да? Да, соскучились и наработались здесь, и хочется отдыхать в Турции и делиться с вами эмоциями, впечатлениями. И в том числе на стриме. В эту субботу будет стрим. Да, сказать, давай. Что мы будет стрим. Будем опять тестить новый формат, пригласим гостей. Немножечко отдохнули, придумывали новые идеи. Сейчас мы будем отрабатывать. Пока монтировал выпуск, появилась информация, что в отелях сети IC ребята оплачивали вчера картой МИР, и все прошло хорошо. Это был Зират терминал, Зират банка. Так что, ну, как будет информация, в комментариях будем дописывать. Ну и на всякий случай все равно подстрахуйтесь, получите, например, в Казахстане карту. Еще раз рекламируем услуги Ивана. На этот e-mail вы можете отправить запрос на получение EIN. Нам он обошелся в 8000 рублей, а для вас по промокоду Антон и Маша не дома он обойдется в 7000 рублей. И не ведитесь на предложения телеграм-ботов, пусть они даже ссылаются там на нас. Мошенники активизировались на теме EIN. И давайте немножко добавим позитива, потому что наконец-то вы смотрите видео в 4К качестве, это прекрасно.
Это прекрасно. И будем стараться, вот еще не знаем, насколько интернет в Турции будет вывозить. Будем стараться снимать ролики в 4К качестве. Кайф. Хорошего вам настроения, прекрасного бабьего лета и пока, друзья.